Друзья, всем привет! Сегодня мы будем снимать новый магазин от Тираспольского хлебокомбината «Славный пекарь». Расположен он возле набережной, возле ДК Ткаченко, прямо напротив. Вот здесь шарики. Готовились ко дню открытия. Фирменные логотипы Тираспольский хлебокомбинат. Сделали в виде кафе, магазин-кафе. Вот с этой стороны есть столики, можно покушать. Ой, смотри, как Сонечка. Доченька, иди сюда. Смотри, какие здесь интересные штуки. Привет. А другой отдыхает. Какая интересная локация. Пойдем посмотрим продукцию. Так, начнем, значит, с самого начала. Куличи есть уже в продаже. От Тираспольского хлебокомбината. Тираспольский молочный комбинат. Сметана, сыр. Все местного производства. Давай мы посмотрим, почем сыр. Молочка есть, ТМК, да? Да. Сыр ТМК. То, что я тебе говорил. Российский, но все ТМК. Можно будет взять на пробу что-нибудь. Ага. Даже сгущенное молоко ТМК. Да, точно. Йогурт и сметанка. И молоко цельное, сгущенное, в стаканчике. Янтарный. Эти йогурты тоже очень вкусные. У них много сейчас куличек. Она сказала, завтра еще новые завезут. Шоколадные. Угу. Еще какие-то. Прямо у них сейчас, видишь, Пасхи они готовят. Красивые в упаковке есть. Здесь вес указан и цена. Абрикосом, с маком есть, фруктовые начиночки, рулеты, тоже рулеты с маком. Еще есть простые. Да, я их сняла. А есть такой же, и ореховые тоже есть. Да, она сказала, завтра привезут. Завтра, говорят, будет очень большой завоз. Воскресенье, да. Я тоже хотел шоколад взять. Колбасы есть даже. Это бендерский мясокомбинат. Закон о защите прав потребителей. Мороженка. Тоже тираспольская. Это в желтой упаковке очень вкусное. Есть еще даже украинские. Морозиво. Ласунка. Это все Украина. Так, тортики. О, здесь у них есть целый буклет, да? Каталог либо булочных изделий. Да, можно, Сонечка. Вот такой есть фирменный каталог.
Няша, глаза разбегаются. Да, я бы дочери тоже такой хочу. Красивый, с вишенкой, да? Да. Надо будет взять на пробу нам тоже, да? Да, один. Хорошо. Вот еще торт с вишенкой есть. Где? Вот, да. Вот, давай сегодня не торт можем, а я. Вот этот анекдот, давай. Еще есть местная выпечка. Со шпинатом. А эти со шпинатом почем? 8,50. И вот булочки. Да. Большой такой выбор хлебушка. Калач молдавский. Сегодняшний есть? Вчерашний. Все вчерашний. Сегодняшний. Ты пришла? Здорово. Спасибо. Не потеряй. Ну что, будем заканчивать на этом наш небольшой обзор нового магазинчика. Так, вышли опять на улицу. Что? Так я же тебе показывала это внутри, эту красоту. Да нет, показала только одного. Ну пойдем сейчас зайдем вовнутрь и вернемся. Все, друзья, спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.